вопрос. В интернете гуляет информация, даже какие-то там ролики, что идет некая стена по дну Тихого океана, по 180-му меридиану. Идет огромная стена через по всему дно, высотой там что-то 500 метров, а толщиной километр. И идет эта стена, это правда или это фейк? Усиление дна идет. То есть такая стена существует? Не совсем правильные размеры, но идет усиление дна. Угу. То есть стена есть, но не таких размеров? Ну, если вам это удобно называть стеной, называйте как есть. Угу. Угу. Немножко другое понятие у нас. Угу. А усиление дна, что значит? Что, какую функцию она выполняет? Как плотина. Плотина. Плотина от чего? Там же везде она же под водой, это плотина. Че, что она? Какой функционал у нее? Узнаете в свое время, потому что это информация, которая недоступна для понятия человеку. Ага. Вы мыслите другими масштабами, мы другими. Ну да. Угу, понял. То есть понимание придет, но чуть позже, да? Что это такое? Кому надо, информация будет известна. Угу. Понял. Хорошо. Значит, это не для всех. Понятно. Значит, все-таки правда. Доля правды. Доля правды. Хорошо.